удостоверениями представителей наших уважаемых представителей, собственно, которые находятся здесь, в концертном зале. Удостоверение представителя Одесского областного отделения город Одесса награждается Татьяна Шапоросова, город Одесса. Уважаемая Татьяна Шапоросова, мы приглашаем вас на награждение. И вот такие вот подарки от организации. Это 5-граммовый серебряный логотип IUD, который удостаивается носить только представители и судьи первой высшей категории. Значок представителя организации и судьи первой высшей категории. Дорогая Татьяна, удостоверением представителя награждается Анна Шоста, представитель Международного союза преподавателей танцев, город Запорожье. Я знаю и надеюсь, что все наши представители завтра будут с этими замечательными значками утром на конкурсе. Удостоверением и значком представителя награждается представитель Минского областного отделения Международного союза преподавателей танцев Юлия Яковлев, город Хмельницкий. Yeah.
в городе Бердянск. Это Виктория Бересты и Людмила Застрошникова, которая передаст удостоверение и передаст значок. Представитель Донецкого областного отделения Мария Суско, город Мариуполь. Представитель Донецкого областного отделения город Мирноград Татьяна Андреева. Танечка, поднимитесь нам, пожалуйста. Маленького грудного ребенка, наш представитель в Одесской области, город Черноморск, Алина Реброва. Есть от команды Анастасия Склифосовская здесь, в зале? Анастасия Склифосовская. Мы передадим обязательно значок и обязательно передадим удостоверение для Алины в город Черноморск через Татьяну Шапоросову. А еще на эту сцену я хочу пригласить очень важного, очень нужного в нашей жизни человека, без которого мы просто очень-очень сложно нам. Это душа нашей организации, регистратор, генеральный секретарь Илона Ильинична Кондрашова. Сегодня.
Спасибо вам большое за то, что...